Привет, зритель, снова. Да, вместо того, чтобы писать обзоры, либо монтировать старые, времени нету. Вот кошка вылезла. Я пишу на телефон и заливаю сразу на канал. Но оно заливается не сразу. Короче, я зашла в Магнит, у меня же хлеб-то умер. По некоторым обстоятельствам, ибо вставать мне завтра, ну, в 6:15 мне надо уже из дома выйти, в определенном месте быть утра. Короче, вставать мне завтра рано. И мне еще надо ноутбук настроить, поставить туда линуксину. Ну и вкратце объяснить человеку, как с ней жить. Я купила хлебушек. Что-то 16 что ли, рублей. И палочки были на кассе по скидке. Скидка была, правда, неизвестная, потому что цены на них не было, но они лежали по скидке. А я давно что-то не ела палочки с молоком, потому что у меня есть еще козье молоко. Я хочу сейчас согреть козьего молока и поесть с палочками. Короче говоря, то мне все обошлось в 60 рублей всего лишь, люди. Палочки что-то 44 с копейками, хлеб что-то 16 с копейками. Свежий хлебушек-то. Она 13 сентября. Эгегей. Но куриных башек почему-то не было в Магните. А в Тверской я не дошла, когда пришла домой, поняла, что вот, ну что вот ты делаешь, а? Зачем? Вот ты же не хочешь, не будешь это есть, но все равно хулиганишь. Короче говоря, когда дошла домой, поняла, что я не дошла в Тверской. Но у кошки ей сегодня досталось прилично от яичницы. Так что, в принципе, у нее еда еще есть. Маленький, коротенький ролик, как кошка жрет сушеные листья. Сейчас буду досушивать пастилу. Вот что-то содрала вообще. А. Ой, хлеб падает, содрала листик. Она с ним играет. Она его не жрет, она с ним играет. Лиск. Ну что, наверное. Пока, зритель, я постараюсь потом смонтировать другие ролики, еще деревенские, с деревни снятые за последний приезд, за прошлый год, за позапрошлый год. То, что я там когда-то снимала, писать СМР, снимать что-то еще, делать стримы и так далее. Пока.